Симба, что ты просишь у меня? Я тут чай с вареньем собралась пить. Ну, легла, деловуша. Чай с вареньем? Ты же варенье не будешь, лимонное тем более. Няшка, все столпились, собрались. Мамка на кухню, девчонки на кухню. Всем надо. Сидят ждуны. Вот могу только творожок дать тебе вот такой. Будешь? Давай. Мягкий творог. Простоквашина она любит. Только вот кормила 20 минут назад. Нет, надо теперь. Снова что-нибудь им. Девчонки. Ну? Симбулька. Неужто ты голодная у меня? Симба. Таким аппетитом наяривает, как будто бы год не ела. Старшие вообще с осени закормлены, с прошлой. Сухишки целый день хрустают. Симба-то не ест сухишки, а носится много. У нее, наверное, быстрее сжигается все. А у старших здесь сухарики. Да? Я, скажу, запасла на зиму сухариков в животик. Луняшка ждала, не выдержала, подошла. Дай, говорит, хоть попробуй творожка так и быть. Раз ничего больше не дают вкусненького. Девчонки, а? Как-то быстро у них индейка провалилась в этот раз. Столько много съели. Такой большой прямо им ломоть дала. Грудку целую большую. И быстро как-то у них все это. Луняшка. Что, вкусный творожок? Вкусненький? Да, скажи, я распробовала творожка. Тоже можно мне, скажи, немножко? Да? Вкуснятинка моя. Нюшка вот не ест творожок.